Хочу сегодня вам предложить вот такую вот закусочку. По-моему, довольно оригинально она смотрится на столе. Ну и на вкус, естественно, тоже необычная. Поэтому давайте, девчонки, будем начинать готовить, чтобы наших гостей удивить. Всем привет! Вы снова в гостях у Танюшки. И мы продолжаем. Сегодня у нас закуски. Начинаем готовить. Итак, друзья, у нас есть два лаваша. Вот в такой вот упаковочке. У нас два вот таких лавашика. Вот один и другой. Значит, у нас будет две закуски, два вида закуски. Вот так. Значит, один лаваш мы отставляем. Обратно его сюда, в упаковочку. Пусть подождет. Займемся сейчас первым. Итак, значит, наш лаваш нам надо намазать сливочным сыром. У нас есть вот такой вот сливочный сыр. У нас есть колбаска сыровяленая. У нас есть листики салата. И нам понадобится немножко огурчика. Итак, приступим. Значит, сыр у нас сливочный с зеленью, с укропчиком. Мы его намазываем на наш лаваш. Так. Намазываем. Хорошо по всему лавашу размазываем. Сыром мы уже намазали. Так, теперь распечатали мы колбаску нашу, так, и будем укладывать колбаску. Слегка внахлёст. Так. Вот так я вытянула ее. Так, и вот так внахлёст. Укладываем. Тоненькими слайсиками. Сейчас мы огурчик сделаем. Внахлёст накладываем. Вот так. Вот. Вот так. По самому краю. Теперь нам этот край надо завернуть. Именно сам маленький краешек с огурчиком. Аккуратненько приподнимаем и заворачиваем. Вот так. Вот так. Чуть-чуть. Маленький такой краешек. После чего, наверное, надо сразу сделать, чтобы не отвлекаться, то, наверное, сразу. У нас есть вот такие листья салата.
Наверное, мы сделаем сразу. Вот так. Просто мы их... выложим сюда. Так. Так. И вот так. Вот так. Листья салата. Все. А теперь вот, как я вам и говорила, сначала маленький краешек загинаем. Вот так вот. А потом переходим дальше. Делаем рулет. Так, и вот так, все, ребята, и поехали, поехали, поехали до самого края. Плотненько старайтесь, конечно, насколько это получается, но старайтесь, чтобы рулетик был плотненький. Так. Все, друзья, вот такой рулет у нас получился. Теперь этот рулет нам надо завернуть в пленку. И эту пленку, если нет пленки, можно фольгой воспользоваться. Смотрите, что у вас есть. И отложить в холодильник приблизительно, ну, минуток 15 пусть побудет. Итак, для второй закуски, или для второго варианта, нам понадобится второй лист лаваша, сушеный чеснок, смесь перцев, кетчуп. Я взяла шашлычный, можете взять любой, какой вам нравится. Нарезочка сыр моцарелла и колбаска сыровяленая, тоже нарезочка. И, естественно, бальзамический уксус, это для маринада. Мы должны в нем сделать нашу корейскую морковку. Так как корейская морковка у нас готовится экспресс-способом, мы будем воспользоваться этим уксусом бальзамическим. Так, берем морковку и трем ее на крупную терочку. Так, вот, допустим, вот так вот у нас она выглядит. Так, ну, еще чуть-чуть я добавлю. Много морковки нам не надо, поэтому смотрите. Берем морковку не сильно крупную. Вот этой морковочки будет нам достаточно. К нашей морковочке добавляем теперь чесночок. Можно воспользоваться обычным зубчиком чесночка. Смесь перцев, если нету, опять-таки можно просто взять черный молотый и красный молотый перец. Так, теперь в обязательном порядке соль, буквально пол чайной ложечки, и обязательно сахар, щепоточку. И теперь ложку бальзамического уксуса. Вот так вот отправляем сюда. Этого нам достаточно. Никакое подсолнечное масло мы сюда не добавляем, так как это нам для начинки. Все перемешиваем хорошо. Всю морковочку мы замариновали, отставляем ее в сторону. Берем лаваш. Вот так. Берем кетчуп и кетчупом промазываем лаваш. Так. И выдавливаем. Так. Берем ложку и ложкой хорошо промазываем лаваш. Мы распечатали, берем вот так, чтобы нам удобнее было, сразу несколько штучек, и начинаем ее укладывать на наш соус. Так.
накладываем внахлёст. Колбаска, ребята, боже, балдёж. Настолько вкусная, просто сказка. Просто сказка. И опять внахлёст. Открываем теперь сыр. Так. И аккуратненько достаем кружочки. Вот так вот. И кружочки выкладываем вот так поверх колбаски. Так, следующий. Вот так. И еще. Вот так. Подцепить его. Вот так. И третий сюда. Вот так. Три кружочка у нас здесь как раз так ложится. Вот. И еще три. Опять-таки внахлёст. И сыр мы уже уложили. Теперь берем морковочку вот так по чуть-чуть. И вот так вот с краю начинаем укладывать. Вот так. Поправляем так, чтобы было удобно. И постепенно укладываем. Вот так. Такой заборчик делаем. Так. Распределяем, чтобы везде она была. На вид, конечно, она такая черная. Можно сказать, некрасивая, но очень-очень вкусная. Поверьте мне, бальзамический уксус делает чудеса. Если кто-то не пробовал, обязательно попробуйте, и вы увидите. Он на вашей кухне будет всегда. Так. Сверху петрушечку уложили. И теперь все это нам надо свернуть. Как я и говорила, плотненько, вот так вот рулетиком плотненько сворачиваем. Поправляем и вперед. Так. Плотненько, плотненько, плотненько. Теперь для того, чтобы хорошо это зафиксировать, как и прошлый рулет, мы должны обвернуть его пленкой. Так. И нарезаем вот такими порционными, скажем так, кусочками. Слегка наискосок мы взяли. Можно ровно, смотрите сами. Нарезаем следующий рулет. Вот так, друзья. Вот
Такую с вами сегодня закуску мы приготовили. Вот. Такое у нас получилось. Не тяжело готовиться. И как закусочка, вот два таких варианта можно приготовить. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Танюшка. Ну и всем пока-пока.